Сорт томата Капитан Лаки, счастливый капитан. Это сорт из США. Он высокорослый, около 180 сантиметров в высоту. Листья у него картофельные. Сорт среднепоздний, проходит до созревания от 110 до 120 дней. Плоды вот такие очень нарядные, зелено-желто-розовые. Красавчик необычный. Масса плода может достигать от 150 до 250 грамм. Вот так выглядит томат в разрезе. Мякоть зелено-оранжевая с розовым пятном по центру. Вкус у этого томата медовый. Очень вкусный и очень нарядный сорт. При выращивании куст нужно формировать в 2-3 стебля. И обязательно требует подвязки и посынкования. Подходит для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте. Томат многокамерный, очень сочный и мясистый. Этот сорт предназначен для употребления в свежем виде и для приготовления салатов.